Международная акция «Час земли» пройдет 27 марта. Это событие инициировано Всемирным фондом дикой природы. Акция проводится ежегодно в одну из последних суббот марта. Присоединиться к ней может каждый. Для этого завтра в 20 часов 30 минут необходимо выключить свет и электроприборы на 1 час. Поддержать акцию планируют и в Нижегородском телевизионном центре. С 20:15 до 20:30 на подсвеченной телебашне появится глобус, а в 20:30 она полностью погаснет. Вновь она загорится через час. Каждый человек должен понимать, что надо что-то сделать важное немножко, да, вот, для того, чтобы как бы наша планета тоже существовала и дышала, так скажем. Вот. Поэтому воспринимать эту часть Земли тут можно только в этом развороте. Вот. И мы как серьезная энергопотребляющая организация, потому что работать телевидение и радио невозможно, к сожалению, без энергетики. По крупному счету эфир – это чистая энергия. Конечно, мы видим обязательно свою роль в данном мероприятии. Обязательно.